У Марианы Митраки начинается новая жизнь. Эмигрантка из Румынии нашла в Германии работу по уходу за престарелыми. В румынском городе Сигишоара, откуда она приехала, 36-летняя женщина зарабатывала около 300 евро в месяц. Этого хватало лишь на то, чтобы выжить. Я ведь покидаю Румынию не потому, что не люблю свою родину и людей, а потому что система здесь в плачевном состоянии. Зарплаты очень низкие. Для многих румын возможность свободного передвижения по Европе открывает новые перспективы. Да и немецкая экономика может выиграть от притока квалифицированных мигрантов. В интервью немецкой газете министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул преимущества миграции. Свобода передвижения – это ключевой момент нашей идеи о Европе. Трудовая миграция – это неотъемлемая часть европейской интеграции. Германия извлекла из этого много выгоды, намного больше по сравнению с другими странами. Однако премьер-министр Баварии Хорст Зайхофер предостерегает от возможных негативных последствий миграции. То, чего мы не хотим, и это, кстати, было пунктом нашей предвыборной программы и темой коалиционных переговоров между блоком ХДС, ХСС и социал-демократической партией, так это то, что приток мигрантов ляжет бременем на социальную систему ФРГ. Однако эти опасения, скорее всего, беспочвенны. Согласно актуальному исследованию, среди болгар и румын, которые уже сейчас проживают на территории Германии, в среднем даже меньше безработных, чем среди немцев.